Закрытая история экспертно-криминалистического центра. Сегодня прикоснулись тюменские студенты. Будущие юристы увидели, как работали сотрудники правоохранительных органов раньше. В Тюменском музее представлены уникальные экспонаты. Это крупноформатная камера 19 века, старинный ксерокс, самодельное оружие и много других вещдоков. Экскурсии будут проходить всю неделю в рамках акции «Студенческий десант». Музей у нас открыт с 2010 года. Собирали мы его очень долго, 2 года, 2,5. Этот музей у нас исторический и методический. Почему? Потому что эксперты здесь изучают историю и учатся. Мы их проверяем на познание. То есть он является научно-методическим, историческим. Мне понравилось. Я уже, наверное, хочу в криминалистику, потому что очень интересная работа.